давай ты голову высунешь, что ты туда засунул? Неудобно же там. Тут-то получше. Департамент по охране животного мира в случае, когда идут сообщения, что какое-то животное попало в беду, выходит на контакт с руководством этого питомника и передает этих животных и птиц на содержание. Вот, допустим, косуля, которая осталась без родителей, детеныш, который не выживет в дикой природе. Или хищная птица, которая травмировалась. Здесь они, эти птицы, животные выхаживаются, и если есть возможность, их потом выпускают в природу. Если они травмированы сильно, и они не могут выжить в дикой природе, они содержатся здесь. Иди, покормим тебя. Свежей морковкой. И пальцы мне только не откуси, а капусту будешь? Ну, капусту тоже ест. Ну, тогда мы тебе побольше капусты дадим. Сюда приезжает очень много людей посмотреть на птиц, на животных. Я, как инспектор, периодически сюда приезжаю с проверками, чтобы проверить, как содержатся эти животные. Ну, претензий, нареканий у нас к Халзану нет. Сотрудничаем честно и плодотворно. И благодаря этой деятельности, деятельности департамента и центра Халзан, ну, хоть немного мы спасаем жизни попавшим в беду животным и птицам.